Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствуем вас на стадионе на Флотской, где сегодня, в воскресенье 10 декабря, состоится центральный матч 14-го тура чемпионата высшего дивизиона Северной лиги ЦДК APC. Вот такой, наверное, неожиданный в какой-то мере центральный матч у нас, но, с другой стороны, действительно, это наиболее интересный поединок из всех, которые в этом 14-м туре представлены. Поспорить с ним мог бы вчерашний матч, наверное, матч, в котором встречались Gold Shark и Нева, и игра получилась драматичной и интересной. Вела команда Олега Пронина и Валерия Скоробогатова, я о «Золотых акулах», со счетом 3-1 после первого тайма, но во второй половине на голову сильнее был их соперник. Нева вторую половину выиграл счетом 5-1. Итого по сумме получилось 6-4 в пользу команды Валерия Нурова, которая показала, что в топ-5 Северной лиги она по праву находится и действительно там должна присутствовать именно по статусу, а не только по факту. Ну и сегодня только что завершилась еще одна игра. Встреча «Беда Стелла». Наверное, вот если кому-то нужно доказывать как оратору, что новая система разделения на две восьмерки по итогам первого круга без сохранения очков неправильно и неудачно, вот он этот матч как пример возьмет, когда было явно видно, что никому ничего не нужно. При этом игра получилась с обилием голов, с интригой, с неким драматизмом по развитию событий. И завершилась счетом 4-4, при том, что вела Стелла с счетом 2-0, потом 2-4 проигрывала, в итоге сравняла счет. Ну, на деле, по большому счету, ничего интересного особенно не было. Ну и вот сейчас игра ЦДК APC, это две команды из верхней половины таблицы, две команды, которые будут в восьмерке, которые себе уже обеспечили де юре попадание в первую восьмерку. Ну, для ЦДК там все изначально было понятно. Вот APC в восьмерке железобетонно, это, наверное, главный итог первого круга для электроников. И сейчас пытается команда набрать побольше очков, показать, что может она бороться и с такими коллективами, как ЦДК. Правда, сегодня APC без нескольких своих лидеров играет. Давайте о составах поговорим. Армейцы слева на наших экранах. Ох, падает Зайка, поскользнулся в этой издержке поля. Там мог Сергей Трушляков подсветиться, но успел Зайка подскочить. Вот так, видите, простая, тривиальная передача назад от капитана ЦДК, от Сергея Сбруда, могла обернуться катастрофой. Ну, локального, конечно же, масштаба. Денис Зайка в воротах, номер один, красно-черная форма, слева на наших экранах ворота армейцев. Трио в защите: Александр Авдеенко, номер 4, Владислав Хатаженков, номер 11, Сергей Сбродов, номер 12, капитан команды, справа налево. И схема, которая уже стала традиционной, в 4 полузащитника без нападающего. В центре Евгений Вашурин, номер 10, Валерий Лихобаренко, номер 6, правый вингер Олег Полтецкий, номер 7, левый вингер Сергей Крахан, номер 88. И сразу же целая команда в запасе, пока 7 человек заявлено. Я, правда, не знаю, приедет Андрей Смирнов или нет, пока я его не вижу, но он по третьим номерам заявлен: Сергей Тимряков под 55-м, Максим Бунтов под 77-м, Роман Памшев под 14-м, Александр Туменко под 83-м, Андрей Гуров под 13-м и под 15-м номером Алексей Милешин. Вот показатель, да, какого уровня команда ЦДК, что можете позволить такого человека, как Алексей Милешин, оставлять в запасе безболезненно. APC в следующем сочетании: во-первых, бело-серые футболки, черные штаны у электроников, справа на наших экранах располагаются их ворота, и защищает их по 21 номерам Дмитрий Яснов. Два защитника: Марат Сабиров, номер 5, Михаил Лобанов, номер 14. По флангам справа действует 18-й Гагик Петросян, слева 13-й Глеб Волков. В центре поля 27-й номер капитан команды Вахтанг Мепаришвили и 99-й Евгений Овсянников. Сергей Трушляков, номер 17, на три атаки в запасе. Артем Феоктистов, номер 86, Дмитрий Рыбкин, номер 10, Иван Тетерин, номер 20. Главный судья матча Юрий Тихомиров, ваш комментатор Александр Седов. Ну и сразу же мы отмечаем отсутствие
Ивана Вострикова и Василия Милентьева. Это две, наверное, главных потери APC. Но без этих футболистов, конечно, тяжело будет бороться. Василий Милентьев – это второй бомбардир чемпионата. Вот перед этим туром у него, у Александра Машникова и у Андрея Говорова, кстати, по 14 мячей было на счету. Выше только Артак Григорян, у него 23 гола, там забивает очень много. Все понятно. А дальше идет плотная борьба. Там же Евгений Вашурин 11 имеет, в десятке находится из участников сегодняшнего матча. Вот он сейчас разгоняет как раз атаку. Ну так вот, Василий Милентьев 14 положил уже в этом сезоне, в высшем дивизионе. Ну и просто, это, конечно, наконечник, это острие атаки. APC — это главная ударная сила команды. Ближайший к нему бомбардир Гаги Петросян 5 забил, у Овсянникова 3 гола. Тетерин, Трушников и Рюткин по 2 мяча. Проверяю еще Заячкин, Рябко и Волков по одному голу. Записали на свой счет. Вот отсутствие Анатолия Рябко тоже, на самом деле, определенная проблема, наверное, потому что в центре поля, особенно сейчас, когда не очень глубокий состав у APC, Рябко бы команде очень помог. Левоногий и очень высокий полузащитник, еще и в воздухе побороться. А ЦДК, в общем-то, это команда с защитниками гренадерами. Тот же Хатаженков, да и Сбродов достаточно высок. Авдеенко, может быть, они там не гиганты прямо, Авдеенко и Сбродов, но высокие футболисты. Ну а Хатаженков действительно такая глыба, скала, айсберг, который попробует допрыгнуть. Вот Рябко выше всех из перечисленных. Что касается ЦДК, то можно сказать, что состав оптимальный. Всегда, конечно, кого-то можно там вспомнить, кто не присутствует. Ну, Дмитрий Свиридов по-прежнему травмирован. Евгений Алдонин не играет, Михаил Бесчастных не играет. Олег Иванов, Андрей Коряка, Денис Колодин, есть заявки у ЦДК. Вот Вячеслава Саркисова нет сегодня, например. Но, опять же, сами понимаете, что состав ЦДК, в котором 15 человек заявлено, можно его считать оптимальным. Ну, пусть 14, там, в стадионе Андрея Смирнова так и нет. И куда вопрос, кто его приезд, то ли в командировку, то ли в отпуске. Вроде только сегодня пролетал в Москву, и не факт, что прибудет на стадион. Но, опять же, ЦДК жаловаться не на что. Жаловался, правда, Олег Полтевский перед игрой на то, что система для армейцев нынешняя, да, проведение чемпионата не очень хороша. Ну, просто потому, что, вот, говорит, нам, как руководителям, читай, спонсорам, как нам их мотивировать, футболистов, за что мы, собственно, платим деньги. Но я так понимаю, что имел в виду, за что платят взносы в лигу. Именно об этом, наверное, говорил Олег Полтевский, о чем же еще. Ну так вот, действительно, для команд калибра ЦДК такие матчи, вот первый круг, он не имеет особого смысла. Понятно, что ЦДК будет в пятерке, и понятно, что, наверное, результат положения в таблице по итогам первого круга, оно не принципиально для команды. И, наверное, от этого вот такие матчи, как на прошлой неделе, когда с Энергомашем 4-4 армейцы сыграли и вообще 2-4 уступали по ходу игры. То есть, вот как сегодня в матче стала беда, развитие было событие, 2-0 в СДК, потом 2-4 проигрывали, но сыграл 4-4, мог вырвать победу в конце, но штангу попали армейцы. Но так-то за 8 минут до конца Энергомаш счет 4-2 сделал свою пользу, мог рассчитывать на победу. А если бы Энергомаш победил в той игре, то у нас бы в полный рост стала интрига в борьбе за попадание в восьмерку. И PC, и Голдшарк там уже. Энергомаш, если сегодня обыграет штурм, на что, в общем-то, должны рассчитывать подопечные Эдуарда Славинского, если они хотят проходить восьмерку, то 17 очков будет. Впрочем, Энергомаш и Пресню должен был обыгрывать, но проиграл. Будет 17 очков. Потом получит 3 очка в любом случае от игры с Азимутом командой. Будет у нее 20 баллов. Ну и вот затем, кстати, да, формально-то Голдшарк еще не обеспечен себе место, потому что если обыграть сегодня Энергомаш штурм, то сможет 23 набрать очка. Для этого нужно будет Энергомашу обыграть Неву в 15-м туре, что, конечно, выглядит сложной, но не нерешаемой задачей, потому что Нева может, конечно, всякое устроить, но, опять же, вот игра с Голдшарк, хоть 3-1 проиграли после первого тайма, кажется, что, на самом деле, обманчиво это впечатление, что Неву просто обыграть, на самом деле,
класс у команды очень высок, и коллективам, которые ниже калибром, против него будет тяжело. Здесь Авдеенко может бить уже, но упустил момент. И бьет Вашурин в подставленную ногу, а там на дальней штанге Олег Полтевский караулил и мог бы пустые ворота поражать. Здесь Бродов чистит, не пускает мяч Крушлякову, и ЦДК продолжает комбинации крутить на поступах штрафной. ПС ничего не позволяет электроникам сделать. Ну и если бы Энергомаш выиграл у ЦДК, сейчас было бы на 2 очка больше, и максимум можно было бы набрать 25 очков. То есть мог бы с 22 подойти к игре с Невой. И тогда в последнем туре Легиону, даже если бы Энергомаш Неве проиграл, если бы выиграл, то гарантировал бы себе попадание, возьмет. А если бы проиграл, то Легиону, у которого 21 очко уже после того, как техническая победа над Азимутом в этом туре была записана, необходимо было бы во что бы то ни стало в последнем туре играть, ну, в ничью, как минимум, с МЗКП, потому что... Хотя нет, прошу прощения, выигрывать, если... Нет, в ничью играть, да, чтобы сравняться с Энергомашем по 22 очка, по личной встрече Легиона преимущество. Да, с одной стороны, Легион будет фаворитом матча с МЗКП, но с другой стороны, всякое бывает. Два сезона назад Легион МЗКП проигрывался. Так что здесь, видите, нюансов много. Ну а в нынешнем раскладе, да, вот Голдшарк, Легион и Энергомаш по факту претендуют еще на попадание в восьмерку сильнейших. А APC уже себя обеспечил, набрал 24 балла. Ну и что удивительно, на 10 месте перед этим туром расположилась Пресня с 13 очками, кто бы мог подумать, да? И пресненцы, наверное, тоже жалеют, что не сохраняются очки по итогам первого круга, потому что тогда бы заявку на выживание очень серьезная команда сделала. Вот Стелла сегодня 6 очко набрала свое, вообще у Стелла одна победа на Азимуте техническая. Вот, хотя команда, конечно, на больше могла рассчитывать, и с Динамо была ничья, вот сейчас с Бедой. Ну, правда, с Пресней тоже была ничья. Шансов у Стелла было много на успешный результат. Пошли замены. Роман Памшев вышел вместо Олега Полтевского, который не 7 привычный, а 11,5 минут отыграл. На старте этого матча Максим Бунтов уже на поле развивал этот момент, когда появился Бунтов. А заменил он, я так понимаю, так, ну, тут и Краха, и Вашурин, и Лихобабенко на поле. Так, а я Памшева не вижу, я сказал, что Памшев вышел. А Памшев не выходил. Бунтов, значит, появился просто вместо Олега Полтевского. Ну и, ну, кстати, это стандартная замена. Ну и сейчас Иван Тетерин появится. Он либо заменит Сергея Трушлякова на острие атаки, либо поменяет кого-то другого, и Трушляков отойдет ниже. Может поменять Овсянникова, может поменять Мипаришвили. Волкова и Петросян, наверное, вряд ли будут менять. Трушляков может на фланге сыграть, но и в центре вполне может действовать. Ну, а может и на замену отправиться. Посмотрим. Вообще, наверное, либо Трушлякова, либо Мипаришвили заменят, чтобы дать Вахтангу подышать. Потому что, наверное, на 30 минут полноценный без замены капитана против такой команды, как... ЦДК не хватит. Олег! 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 Царь! Здесь еще пока? До перерыва останешься? До перерыва останешься? До перерыва останешься? Вот распишемся. Заметить, что пока APC очень неплохо на фоне ЦДК смотрится. Сами электроники вообще ничего пока не создали чужих ворот. Сами себе армейцы чуть не привезли. Но и у ворот Яснова, да, моментики были уже, но такого чего-то явного, что можно назвать 100% голевым, наверное, пока нет. Штрафной ЦДК зарабатывает на своей половине поля. В общем, пока что сильнее. Опасно, опять же, но армейцы свой комбинационный футбол фирменный играют. Крутят комбинации, только пока никак не могут подобраться, опять же, к Владимиру Ясному и нанести хотя бы один удар в створ. Здесь Тетерин, появившийся на поле, вышел на фланг. Заменил он не Трушлякова и вообще не на... Острие атаки вышел, заменил Глеба Волкова. Видите, я не угадал в данном случае, не прочитал, можно так сказать. Не понял задумки, которые тренерский штаб APC превратил в жизнь, а там еще Артем Феоктистов появится сейчас.
Он наверняка в защиту выйдет Сабирова или Лобанова. Поменяет. Давайте кто покажет, что Сабирова. А может быть, Гагика Петросян поменяет. Но здесь моменты и Бунтов изящно все делает. Максим очень тонко сейчас сыграл и открыл в этом матче. Счет на 15-й минуте. Вот ЦДК не создавал голевых моментов. А как только захотел, по сути, одной передачи. По-моему, это Вашурин был. Отрезал всю оборону электроников. И счет в матче открыт. Видите, тривиально все обернулось, к сожалению, потому что если добил APC, интриги было бы больше. Вот здесь Тетерин хорош, мне показалось, что мяч не ушел, но по сути, наверное, это не меняет дело, потому что все равно там выжить что-то было практически невозможно из этого эпизода. Ну а Вашурин опять в неспешном темпе начинает очередную армейскую атаку. Татаженкова разыгрывает. Ну вот еще одна проблема, да, отсутствие сегодня, к сожалению, Василия Милентьева, потому что с ним, конечно, всегда можно было просто закинуть мяч, а он против игроков любого уровня, на самом деле, против защитников любого уровня, способен навязать борьбу, выиграть эпизод. Настолько хорош сам Василий. Ну, а так приходится без него армейцам биться, там, стараться как могут. Не армейцам, конечно, а электроникам, а от армейцы не играют как могут. Армейцы играют в удовольствие, немножечко расслабленные. Опять же, это можно понять. Ну, посмотрим. На самом деле, счет 1-0 оставляет возможность в любой момент что-то изменить. И вот смотрите, сейчас атака вот эта, может быть, развернется. Да, она не в большинстве, не в равенстве, даже в меньшинстве, но большими силами атакует APC. Уже получается 4 в 4. Там Туменко, правда, появившись на поле, возвращается. И Евгений Овсянко возводится мячом под этим прессингом. Чувствует дыхание за спиной 83-го номера. На ЦДК и мяч упустил. Но опять же, подход был. И это может быть в перспективе шансом APC. Вот эти контратаки. Главное, конечно, не пропустить второй. Поэтому, наверное, обиднее всего Яснова, что между ног ему сумел вот так вот проснуть мяч Максим Бунтов. Но там пытался все, что может сделать голкипер электроников. Ну а перекрыть вообще все, конечно же, невозможно. Так что предъявлять, наверное, претензии вратарю команды никто не будет за этот пропущенный мяч. Старался как мог. ЦДК в атаке. Еще момент. Но никто там не замкнул прострел Евгения Вашурина. Он благодарит партнеров за передачу. Но там Яснов, собственно, сыграл. Как раз к вопросу о том, как действует вратарь APC. Конечно, не хватает игре темпа. Ну, как не хватает? Не хватает, если мы хотим какой-то там феерический футбол. Думаю, что да, матчи этих команд в восьмерке будут все-таки интереснее. По крайней мере, уж вот, первые там, 18,5 минут, как сегодня, они будут немножко при другом градусе сопротивления и противостояния проходить, но просто потому что, опять же, на кону будут очки, которые не сгорят. Сейчас, в общем-то, как команды не сыграют, как бы они не сыграли сегодня, вторую часть сезона, 3-4 февраля, начнут эти коллективы в абсолютно равном положении. Их шансы на чемпионство будут равны. Ну, это как сильно, что футбол начинается при счете 0-0. Ну, и при этом мы видим, что APC, в общем-то, играет с желанием. Команда не раскрывается. Команда действует, исходя из своих ресурсов и возможностей сегодня.
но действует собранно. ЦДК не то чтобы наплевательски к игре относится так, если уж на то пошло. Армейцы просто, может быть, не включают максимум, им пока это не нужно, но сказать, что ЦДК не играет, тоже ведь нельзя. И играет армейцы красиво, сейчас Сбродов подключился в атаку, по-моему, даже чуть ли не первый раз в этом матче. Навес в штрафную, здесь обрабатывает мяч Туменко. Говоров появишься на поле и трансформируешь схему 3-4-0 в 3-3-1, пытаясь там зацепиться и зарабатывает угловой. Нет, от ворот все-таки зарабатывает для APC. Это там недоумение было. Вроде хибирских APC мне показалось, что угловой Юрий Тихомиров назначен Сергей Темрюков. А тем временем появился на газоне. Сейчас расстановка армейцев выглядит следующим образом. Темрюков, Хатаженков, Сбродов в обороне. Вашурин в опорной зоне. Над ним играют Лихобабенко и Туменко. И на острие атаки Андрей Говоров. А вот сейчас Гагик Петросян вернулся на поле. Отобрал мяч, и вот фол на Трушникове был, но Юрий Тихомиров дает с другой точки штрафной. И вот мне было слышно, не знаю, как в интершуме, первый фол здесь, сказал арбитр. Немножко жаль, да, что не такой близкий штрафной для Эписи. А с другой стороны, может быть, Глебу Волкову и поудобнее будет ударить с этой позиции. Посмотрим, на самом деле точка отличная, у Глеба Волкова шикарный удар абсолютно. И в том числе со штрафных. Если Глеб попадет, поверьте, мало не покажется. Поэтому Денис Зайка очень внимательно выстраивает стенку. Три человека в ней. Это Лихобабенко, Туменко и Темрюков, если кому интересно. Тут как будто сам с собой дискутирует Зайка. То в одну сторону, то в другую. Стенка. А здесь передача Трушникова, Овсянников. На дальнюю штангу не получилось. Касание хватается за голову. Но, видите, не стал Волков бить. Может быть, зря, потому что ударов не хватает APC. Но, с другой стороны, могли разыграть. Если бы точно, то был бы голевой момент. Но, видите, не разыграли. И сейчас от ворот ЦДК разыгрывает. APC отскакивает на свою половину поля. На чужой вот. Сейчас остается только Трушников, но и он уже бежит к центральному кругу и не вступает в борьбу до центра поля. Здесь уже начинают навязывать электроники борьбу своим оппонентам. Но ЦДК так хорошо контролирует мяч, что даже не дает в отбор вступить соперникам. Вообще, по игре на чистых мячах армейцы не травмят. Я сейчас без негативного оттенка, когда удается заставить собачками бегать соперников за мячом армейцам, а это бывает и в матчах с равными по статусу командами, превосходящих-то нет, наверное, армейцев команд по статусу, а вот равные есть. И в матчах с равными даже это удается сделать, и тогда, конечно, ЦДК очень тяжело остановить. Сейчас Роман Памшин на поле появился. Но не всегда у армейцев получается вот с такими командами, как APC, заставить их бегать исключительно, нейтрализовать контратаки не всегда получается. Тогда у ЦДК бывают проблемы, потому что ЦДК это тот тип гранда, который играет сам и дает играть другим. Тетерин хорош сейчас, зацепился. И пошел в обыгрыш на Сбродова без особых перспектив, потому что там в окружении четырех футболистов в красном Тетерин оказался, потому заработанный аут, наверное, лучшее, что мог он сделать. Феоктистов Лобанова заменил Несабирова. Из-за боковой бросает, Тетерин головой на Трушникова. Трушников, несмотря на то, что его опекает Хатаженков, цепляется, но поддержки не было. Вот минус, наверное, APC, что команда не идет большими силами вперед, и поэтому особо отыграться не с кем партнером, который цепляется за мяч. Другое дело, что я понимаю, почему не идут электроники вперед большими силами. Велик риск нарваться на быструю контратаку. Вот ЦДК любит вальяжно владеть мячом, поконтролировать. Быстрые контратаки бежать команда умеет. Тот же Суперсоник Вашурин может разогнать, да и не только он. Пока APC предпочитает надежность большей остроте своих атак. Дмитрий Рыбкин готовится пойти на поле, после этого все поиграют у электроников. Рыбкин последний, кто находился на поле. У ЦДК Андрей Смирнов даже не приехал еще. Алексей Мелешин, кстати, тоже не приехал. Я не вижу его. А все остальные на поле выходили.
То есть ЦДК задействовал всех, кто сегодня уже на данный момент присутствует на стадионе. Ну, кроме Дмитрия Свиридова, но уже больше года восстанавливается после перелома. Очень неприятно, две операции было, и пока с тростью уходит. Будем надеяться, что Дмитрий восстановится в полной мере и будет радовать нас сейчас своей игрой. Между прочим, несмотря на то, что Дмитрий Свиридов является не футболистом в штатном расписании ЦДК, а футболистом именно по профессии, а одним из руководителей, Дмитрий Свиридов пару сезонов назад был лучшим бомбардиром команды. По-моему, 25 мячей забил, но точно больше 20 на высшем дивизионе. Вот сейчас Трушлякова меняют, Рыбкин появляется на поле. Кто в атаку пойдет? Может Тетерин пойти, может Овсянников, а может и сам Рыбкин. И, судя по всему, ну, по крайней мере, сейчас ситуативно точно Рыбкин оказывается на острие атаки. Пока ни с кем меняться не будет. Но здесь просто APC в обороне. Может быть, потом и поменяется. Ну, а ЦДК продолжает свою укатайку фирменную. Говоров в штрафной, вот это всегда опасно, когда он так цепляется за мяч, подошвами его ставит, но на этот раз передача получилась неточной. Рыбкин назад, Яснов в касание, Петросян на поле. Уже тяжеловатое, вчера довелось за дубль играть на стадионе на Флотской. Хотя еще в Буцах играл, но в целом на отдельных участках уже в Буцах тяжело. И в Шиповках еще тоже не очень хорошо, поэтому такой промежуточный. Сейчас ситуация с Поляной, она списковата для всех в отдельных, особенно местах, поэтому, конечно, маневренность максимальная уже невозможна, и о максимальной скорости тоже можно забыть. Здесь фол на Туменко, хорошо, он набирал мяч. Отсюда можно, в принципе, пробить, но армейцы, так сказать, разыграют обязательно, они уже разыграли, очень быстро это сделали. И опять контролирует. Наверное, под 80% один мячок у ЦДК в первом тайме этого матча. Ну и APC вынужденно устраивает такой расклад. И счет 0-1, он вполне рабочий для бело-серых. Но еще играть, на самом деле, все время. И видите, Яснов спасает удар с очень острого угла, но с левой ноги от Валерия Хабаменко. Это очень опасно, но в итоге атака все равно голом завершается. Подача, скидка Темрюкова и Андрей Говоров. Гарбич гол, как говорят в хоккее, с пятачка на 28-й минуте, в самом ее начале, забивает. Это его 15-й мяч в чемпионате, и таким образом он становится вторым бомбардиром чемпионата без данных в голах в матче Голдшарк Нева. Но там надо было не по одному мячу забивать людям, чтобы претендовать на то, чтобы 15 было сейчас. Ну, вряд ли. И наличный второй бомбардир после атаки Григоряна Говоров. А сейчас 16-3-0, и Говоров забивает 16-й мяч. Но вот это то, о чем я, собственно, начал говорить, что играть еще очень много. Вроде бы 3 минуты, да, а это много на самом деле, и ЦДК на перерыв уйдет с крупным перевесом. Вот так вот Легион с Интером на прошлой неделе играл, 25 минут, счет был 0-0, на 25-й минуте пенальти заработал Интер, и на перерыв команды ушли при счете 3-0 в пользу Интера, а из раздевалки Легион еще 2 получил, 0-5 на 35-й минуте, ну, сами понимаете, все понятно. Ну и, к сожалению, APC не додержал, и сейчас, конечно, шансов на что-либо во втором тайме у Ректорников будет немного. Нужно обязательно забивать первыми, тогда еще какие-то возможности появятся. Но в целом, да, ЦДК еще спокойнее в режиме играет. Вряд ли будет Юрий Тихомиров что-то добавлять, особенно после того, как в течение одной минуты Андрей Говоров дважды отличился. Но ЦДК продолжает катать. Такое ощущение, что ЦДК с центра поля разыгрывает даже после голов. Сами армейцы забивают, потому что как-то незаметно, да, APC быстренько мяч потерял и опять бегает за мячом и не может его забрать.
Ну вот сейчас Волкову подарили сопернику мяч, может последнюю атаку, ну или одну из последних все организовать. И Терин, слева есть Рыбкин, Терин будет бить, ну наконец удар в створ ворот, ну для Зайки сразу, конечно, очень легко. Говоров пяткой, кому? Туменко не успевал, я все равно мяч потрогал, но не более того. Волков пойдет сейчас на двух и проходит, Волков может, и на третьего, и уходит, и удар, и рикошет, опасно, угловой. Прямо перед перерывом, я надеюсь, что даст подать Тихомиров и ПСИ этот корнер, но вот видите, Волков взял игру на себя индивидуально, классно действовал, и получилось опасно. Феоктистов будет подавать. Хороший навес, но Волков не добирается до мяча, и Хатаженков выбивает его. На этом завершается первый тайм. Гол Максима Бунтова и два мяча Андрея Говорова перед перерывом обеспечили преимущество ЦДК. Очень комфортное, даже слишком комфортное для интриги. Ну что ж, будем надеяться, что EPC удастся вернуться в игру. Пока отдыхаем, мы возвращаемся после перерыва. Коротким получился совсем у нас перерыв в матче ЦДК и ПСИ, ну а что тянуть, очевидно, рассудил Юрий Тихомиров и дал свисток сначала пригласившей команды на поле, а затем и свисток к возобновлению игры. Ну, Юрий Тихомиров не из тех, кто будет терять время. Ну, игра действительно возобновлена. Давайте к составам, в которых команды вторую половину встречи начинают, обратимся. И насколько они отличаются от стартовых, посмотрим. У ЦДК одно изменение по сравнению со стартовым составом. Ворота Денис Зайка. Справа налево в обороне Александр Авдеенко, Владислав Хатаженков и Сергей Сбродов. В центре Евгений Вашурин и с ним Нелли Хабабенко, а Сергей Краха. Справа Олег Полтевский, а слева не Краха, а Максим Бунтов, который едва не забивает сейчас. Но даже мог и не он забить, а Олег Полтевский, если бы успел на дальнюю штангу. Ну, безусловно, Бунтов бил в этой ситуации. Что касается APC, то APC тоже с одним изменением по сравнению со стартовым составом начинает вторую половину встречи. Дмитрий Яснов в воротах, Марат Сабиров и Михаил Лобанов в обороне. В центре Вахтанг Мепиришвили, Евгений Овсянников. Справа Гагарин Петросян, нападение Сергей Трушляков. Ну а слева не Глеб Волков, а Иван Тетерин. Собственно, вот и все изменения. Но это по сравнению со стартовыми составами, а вторую половину, вернее, первую половину встречи и те, и другие заканчивали все-таки в других сочетаниях. Ну, перерыв на то и перерыв, чтобы внести какие-то коррективы. Здесь чисто играет Хатаженко против Трушлякова или нет? А, там просто досталось Сергею, причем он так... видно, что очень больно ему, и держится он... запах, по-моему, не понял я, что там произошло, но это всегда неприятно. Будем надеяться, что Трушляков, во-первых, сможет продолжить игру, во-вторых, конечно, не получит травмы, которая его выведет из строя на какое-то время, но и в-третьих, просто как можно меньше у него будет болевых ощущений, то есть как можно быстрее, чтобы они прошли. Но вроде замена не готовится, вроде никто не будет сейчас Трушляков менять. Интересно, вот эта остановка послужит ли сигналом к тому, чтобы было добавлено время. Ну, Трушляков остается в игре. Мужественный футболист Сергей, воспитанник футбольной школы ЦСКА, между прочим. Яркий футболист, который в пляжном футболе за Элмонт выступает, Королевский в Суперлиге. Ну, как, собственно, Глеб Волков, как Иван Востриков, которого сегодня нет. А сейчас у Бунтова еще один, может быть, момент. ЦДК играет в удовольствие. Может быть, не включая максимальных оборотов, но и не...
сбавляя той скорости, которая уже у команды есть. Здесь аут в пользу APC, Олег Полтевский не пошел грызться за этот мяч. Посмотрим, будут ли электроники пытаться во второй половине что-то изменить. Пока не похоже. Пока Яснов ногой выручает после того, как Вашурин лишь легко убрал одного соперника и нанес удар низом под опорную ногу, но Яснов был готов, спас свою команду. Сейчас Виктор Дровденко завязал шнурок, Юрий Тихомиров подождал. Вот мне кажется, что вот эти остановки Юрий Тихомиров не будет комментировать командам, но если, конечно, только APC не вернется в игру, забив пару мячей и не пропустив при этом ничего. Задача выглядит сложно решаемой на данный момент. Яснов бросает Тетерину против того Вашурин. Тетерин останавливает мяч. Разворачивается, и можно бить, убирает под себя, под левую, передача Трушлякову. Почему же не попробовать ударить? Да. Сейчас все-таки, а теперь Мипаришвили в штрафную, Тетерин, но, может быть, доведут все-таки электроники атаку до удара. Это вообще залог успеха, доводить до удара свои атаки. Да, пытаются доверенного разыграть, но ЦДК умеет не только атаковать. Команда уже рассталась в половине поля, а там игроки высокого класса, они и от обороняться могут хорошо, но пошел Сабиров вперед, по такому полю мало перспектив у такого прорыва во фланг, он сумел остановиться, это большой плюс, пытается обыграть Вашурина и зарабатывать штрафной, ну, выжили хоть что-то, не знаю, максимум это или нет, мне сложно сказать, но что-то выжили футболисты APC из этого штрафной, которыми порешили, будет сейчас исполнять. Это шанс. Евгений Овсянников подошел к Вахтангу. Бить отсюда не очень удобно, но можно разыграть как-то опасно. Сложное движение. Скидка. Удар Овсянникова. По-моему, там Сбродов подставил ногу, а не Зайка. Но если бы не подставил Сбродов, подставил бы Зайка. Но, опять же, хотя бы шел мяч в створ. В итоге довели атаку до удара электроника. Убирает Бунтов сейчас Тетерина. Покажемков подает. В касание бьет Авдеенко шапкой. Но удар сильным не получается. Хоть и от земли пошел мяч. Для снова проблем, конечно, не составил. Выстрел. Плюсик в статистику заработал. Дмитрий Овсянников. ЦДК отпустил немножко игру в обороне. Свободных зон много у APC. И вот, если я не ошибаюсь, уже сейчас больше ударов в створ электроники нанесли за второй тайм, чем за первый. Два против одного. Может, даже два раза больше в створ. Опять Овсянников бил прямо в руки Зайки. Авдеенко не очень спокойно, вальяжно действует. Кстати, если ЦДК пропустит, вполне может разозлиться команда Полтевского и Свиридова. Но пока не пропустили. А здесь Трушляков классный пас делает. Эх, Гагик Петросян чуть-чуть не успел. Можно опять на поле сослаться. Но вот уже неплохо сыграно. Готовится Артем Феоктистов. Уж не знаю, что не устраивает сейчас тренерский штаб. APC еще и Волков. Так-то вот как раз вроде бы наладили электроники. Игру, может быть, как раз сейчас-то и не нужно замены делать. Вот прямо в эту минуту. Не стоит ломать то, что начало немножко работать. Электромашина запустилась. Ну и движения мало, конечно, и у электроников тоже. Сейчас Сабиров долго стоял, высматривал, кому же отдать пас. И так и не нашел никого впереди. Здесь Трушляков что творит, чудом каким-то сохранил мяч. И уходит от Хатаженкова, и про передача, и можно бить! Тетерин завозился, надо было бить в касание. Вот ЦДК так доиграется. Краха! Успеет Сабиров. Успевает попасть по ноге Крахе. Сабиров сейчас разводит руки, а получает желтую карточку. Я соглашусь с решением Тихомирова. Попробую сейчас
обосновать его и расшифровать. Во-первых, Сабиров не коснулся мяча. Краха успел убрать мяч от соперника. И это стало ключевым моментом. Ну, а когда попал по ногам Сабиров в Крахе, он, в общем-то, помешал выйти один на один. Футболисту ЦДК помешал сохранить контроль над мячом. Так-то, в общем, эта карточка и на оранжевую похожа. То есть, ну, наверное, по сути, по духу игры, по сути произошедшего, на оранжевую карточку, конечно, ничего здесь ничего, но не показать желтую, Юрий Сабиров просто не имел права. Хотя грубости особой Сабирова не было, просто сыграть мяч. Бьет штрафной Евгений Вашурин, но вот эти обводящие удары все-таки у Андрея Головы получше выходят. Волк пытается развернуть Лихобабенко. Нет, не Лихобабенко, а Авдеенко. Лихобабенко прыгнул с ним из запасных. Авдеенко прочитал и мяч отобрал. И Вашурин. Пас, Краха. На Бунтова. Бунтов, Вашурин. Удар. Яснов. И Яснов выбил пальцы, по-моему. Отбивает этот удар. Или пальцы выбил, или ударился рукой. Может быть, вообще всю руку выбил. Тут же Феоктистов на угловой мяч отправил, наверное, вернут армейцы мяч сейчас APC. Главное, чтобы с Ясновым все было нормально, потому что если Дмитрий продолжить игру не сможет, то кому-то из полевых придется защищать ворота. Ну, вот в Вахтанкове перешвили локальную заморозку, где куска снега несет. Сейчас Яснову. Во втором тайме у нас много пауз. Бунтов один совершенно идет подавать угловой, в том плане, что даже штрафной никого нет из армейцев. О, APC будет возвращать мяч. Максим. И снял перчатку, и вот принесли ему уже заморозку медицинскую. Спрей. Марат Сабиров там помогает голкиперу. Ну и тот продолжит. Боец в игре оставался, но такое дело, что не факт, что он избавится от этих ощущений до конца матча, и, в общем, возможно, что он будет все мешать случившееся, но будем надеяться, что на будущее травму он не получит. Еще один тур играть командам в высшем дивизионе, в Северной лиге. А потом пауза длительная, потому что видите, в середине декабря заканчивается первый тур в высшем дивизионе. До конца декабря еще играются матчи в Северной лиге, но вышка играть уже не будет. А возобновляется сезон 3-4 февраля, вот в этот уикенд. Вот видите, Яснов играет сейчас руками, ловит мяч, либо полтецкому передачу была неточной. Ну и давайте о таблице турнирной. Завершает у нас первый круг. Динамо сейчас 34 очка, имеет Интер 33, Гефест 33. ЦДК в онлайн-режиме сейчас набирает 34 балла, но у него уже игру больше. Нева вчера 30 набрала, и у нее 13 игр стало, потому что одна есть пропущенная. То есть 4 очка между первым и пятым местом. Это немного, было еще меньше, но Нева проиграла Гефесту на прошлой неделе. APC 24 балла, скорее всего, останется. Вот тут уже начинается разрыв. Намечается здесь Бунтов. Момент. И Олег Полтецкий с передачи Максима Бунтова все-таки свой гол сегодня забивает. Мне кажется, Бунтов опять не пас давал, а бил, но тут я могу ошибаться. Удар в любом случае так себе получился. А вот гол команда забила. Олег Полтецкий отмечается не впервые в этом сезоне уже. Ну и отправляется, по-моему, на замену Олег. Или нет? Нет, остается на поле. Для Полтевского это третий мяч в чемпионате. Обогнал Евгения Алдонина. Олег, ну вот так. Ну а я вернусь к рассказу о том, что происходит высшего дивизиона. ТПС 24 балла, Голшарк 23. Голшарк уже сыграл, ТПС сейчас проигрывает, очевидно. Так что статус-кво сохранится. Легион получил технические 3 очка от игры с Азимутом, у него 21 балл. Теперь в таблице Энергомаш сегодня играет со Штурмом. Но я ему сразу запишу техническую победу над Азимутом. Перенесенная игра. Станет 17 очков у Энергомаша.
может набрать 20 после этого тура, то есть будет на 1 балл от Легиона отставать, но с него Энергомаш играет раньше, чем Легион с НЗКП. Для интриги, конечно, было бы, учитывая, что Энергомаш не фаворит в матче с него, и было бы, наверное, лучше, чтобы Легион раньше НЗКП сыграл, если бы он потерял очки, то Энергомаш оставали бы шансы. С другой стороны, если Энергомаш обыграет него, а ничья равенство очков с Легионом обеспечит, и Легион будет выше. Если Энергомаш него обыграет, то Легиону надо будет обыграть НЗКП во что бы то ни стало. Но в любом случае у Легиона все в его руках будет. Ну и варианты, когда Голдшарк не выйдет, я все-таки не рассматриваю. Голдшарк остается, играя в 15-м туре с Пресней, которая, да, конечно, добавила, но вот то, что Пресня у Голдшарка очки отберет, я не верю, особенно по заказу, когда Голдшарку нужны будут очки. Конечно же, в втором тайме не такой главе не у ЦДК. Больше дают армейцы своему сопернику, но и тем не менее за 15 минут, которые сейчас сыграны во второй половине встречи, также один мяч забит, как и в первом тайме, когда Бунтов отличился, теперь Палтецкий. Бунтов не 15 забил, но Палтецкий не 13. Интересно будет посмотреть расписание высшего дивизиона, когда оно появится, второго этапа. Удар Трушлякова, мимо ворот, из не самого удобного положения. И Андрей Говоров возвращается на поле, меняет он Олега Палтецкого. Нет, Бунтов меняет, Палтецкий остается на поле, получает игровое время Олег. Но почему нет? Может быть и дублем отметится. Яхтистов выигрывает воздух, не пускает мяч к Говорову. Собственно, вот я хотел как раз проверить, именно дублем отличался Олег Палтецкий в этом сезоне. Кстати, голов-то у него 4, я смотрю, теперь в чемпионате, а не 3. Забил он Пресня, сейчас сбивал Динамо. А, нет, все правильно, это прошлого сезона матч, 2-4, когда ЦДК проиграл. Да, вот он 2. Гола в этом сезоне. Хотя нет, вру, все правильно. Забивал в этом сезоне Динамо Олег Палтецкий, три мяча у него на счету. И передачи были. С МЗКП отдавал, со Стеллой. То есть 3 плюс 2 было. Скистику Олега теперь 4 плюс 2. Ну а IPC в атаке. Что придумают? Яктистов в штрафную. Мипаришвили. Милентьева бы туда, да? Но и так неплохо. Мипаришвили. Волкова удар заблокирован. Волков первый на подборе. Говоров его прессингует. Волков серия ложных движений корпусом. И мяч сохранен и отправлен назад партнером по команде. Лобанов играет на Марата Сабирова. Тот Черпачок штрафную на Мипаришвили. Но неудачно. Мипаришвили сейчас на позиции форварда действует. Ну, это ситуативно. Так, это Шляков нападение, потому что он был на фланге. Мипаришвили подключился. Фола на Лобанове. Замена у ЦДК. Вот теперь Олег Палтецкий, по-моему, покинет поле. Или и теперь не покинет. А Сергей Краха уходит, но Палтецкий тоже. Или Хабабенко, Стуменко возвращаются в игру. Не спеша. Я, кстати, думаю, что в смысле IPC сами не хотят, чтобы было много времени добавлено. Это не особо нужно. Сложившиеся обстоятельства, конечно. Овсянников тут просил передачу у Сабирова. Не получил, но и в итоге, видите, не лучший вариант выбран. А теперь Туменко играет на Говорова. Классный перевод для Хабенко с левой ноги! Ну и это вот фактически был приговор. Я думаю, в данном эпизоде классная передача Говорова. Ну и Валерий Лихобабенко вколачивает с лёта, с левой, красивый гол. Наверняка хит-парад к ним будет претендовать на попадание. Хит-парад этот мяч, ну действительно все сделано было здорово, ну и Лихобабенко забивает. И снова особо шансов не было. Может быть, в другом бы матче или при другом счете он бы попробовал прыгнуть. И все равно бы шансов было мало. А так даже прыгать не обязательно было. То есть мы помним о том, что повреждение руки получил голкипер IPC. Ну, я говорил, что у Говорова теперь 16 мячей в чемпионате. У Палтецкого 4. Хотя вот статистика говорит, что 2, где вот список бомбардиров
на странице ЦДК бомбардиров этого сезона высшей лиги. Ну, не знаю, неправильно, но, в общем, четвертый мяч забил Полтевский, а не третий. У Бунтова, который первым отличился, 11 голов теперь. И Валерий Лихобабенко провел свой второй гол в чемпионате. Вот так вот. Всего лишь второй гол Лихобабенко в этом сезоне высшего дивизиона за ЦДК, в который он перешел из почившего в Бозе, по крайней мере, на данный момент, прекратившего свое существование футбольного клуба «Барс». Но всего у Лихобабенко 4 гола за армейцы, потому что дважды он отличался в Лиге чемпионов. Забивал Бобру и Бобру в обоих матчах, а еще забивал Пресне в чемпионате. Передач, кстати, тоже немного. С Интером есть суперкубки и в высшем дивизионе по передаче и два паса против судьбы Барни. Так-то Валерий Лихобабенко пока не очень результативно играет, но на самом деле на игру ЦДК он большое влияние оказывает, и вписался очень легко Валерий в нее. Но это мастер, большой мастер, играл за Анжи Махачкалинский очень долго, он в высшем дивизионе российского футбола, ну и в ЛФЛ выигрывал хрустальный мяч Валерий Лихобабенко, это аналог золотого мяча. Ну а если сравнить футбол Даса «Что, где, когда» и вот говорить о том, что красочнюмный футболист Валерий Лихобабенко, то мог бы и хрустальную сагу выиграть. Ну, пока хрустальным мячом ограничился и прозвищем «Московский Хави», как его на Западе называли, хотя все-таки он немножко на другой позиции играет в футболе 8 на 8. И немножко по-другому, не так, как Хави, но он скорее на Иньесту больше переигрывает похож. На самом деле, уж если на то пошло. Но кто мы такие, чтобы спорить с западными коллегами? Много играл за сборную России Валерий Лихобабенко. Но не в... Но не играл он ни на чемпионате... Так, я сейчас уже начинаю путаться. Не играл он на чемпионате мира в Тунисе, на чемпионате мира в Гватемале, но... Чемпионат Европы в Чехии он выигрывал. Он, собственно, не забил пенальти в матче с Чехией в концовке, но потом забил после матча уже это пенальти. И важное влияние оказал на победу сборной России. И после матча пенальти он забивал в других матчах. А здесь классный пас Говорова. Пяткой чуть не успевает Вашурин. Фиактистов там отработал. Вашурин так семенил, потому что поле не позволяет маневрировать максимально удачно. Быстрый розыгрыш углового, но рановато, потому что еще замена не прошла. Вторая у ЕПСИ, а Тетерин заменил Петросяна. Ну и Рыбкин на место Сабирова вышел на поле. Посмотрим, как сейчас будет в обороне играть. Вашурин с Гобровым разыгрывает угловой. Лихобабенко, вот эти стеночки, все красиво. И смотрите, неужели до Хтаженко дойдет мяч угловой? В итоге EPC чуть не привезли до себя момент электроники и вынужден был Овсяников на угловой мяч отправлять. Снова быстрый розыгрыш, смотря на Шлобанов максимально его затрудняет. Легко разыгрывает мяч футболиста ЦДК. Ну вот Хтаженкову не в ногу, конечно, передача была. Тем не менее, удар можно назвать, можно сказать, состоялся. Все равно. Позволяют с этой стороны армейцы, да, сейчас разыгрывают мяч сопернику. И сами не так уже активны, не так агрессивны в отборе, дают зоны, но по-прежнему ноль. В графе пропущенные в этом матче у ЦДК, у Дениса Зайки, которому, конечно, сухих матчей очень не хватает в этом сезоне. Он после того, как пришел в команду, первый раз на ноль сумел отыграть против Бобра Северо-Западного в Лиге чемпионов. И этот матч до сих пор единственный. Есть еще 5-0 над Азимутом, но это техническая победа. В чемпионате высшего дивизиона Северной лиги Денис Зайка на 0 не отыграл ни одной игры. И вины его особо нет здесь. Так, Темрюков меняет Сбродов, и Сбродов вот так вот на правый фланг выходит обороны слева. Там Памшев сейчас в центре, Туменко, Вашурин, и по краям Говоров и Лихобабенко оказались. Ну, организованный беспорядок у ЦДК сейчас. Могут себе позволить армейцы. Чего, Серёж, как?
когда спрашивали, какой состав будет стартовый, Дмитрий Свиридов сказал, записывай Месси, Роналду, Пуёль. Почему-то вот такую троицу он назвал. Узнай ресурсы ЦДК. Мы удивились, если Карлес Пуёль, недавно приезжавший в Россию, в составе команды, где дебютировал в ЛФЛ. И можно было бы считать подкаты. Кто больше, Пуёль или все остальные футболисты двух команд на поле? Думаю, что Карлес и ЛФЛ были бы с максимальной самоотдачей. Атака численным преимуществом ЦДК, Говоров должен забивать, он пижонит, но отдает такую передачу, что Вашурин забивает рыбкой. Вернул Говоров сейчас партнеру пас, и на 55-й минуте счет становится 6-0 в этом матче, как говорится, первый сет. По 3 в каждом из таймов получили электроники от ЦДК. Ля-ви. Для Евгения Вашурина этот мяч стал 12-м в чемпионате. И вот его догнал было Бунтов в качестве второго бомбардира команды. Но Вашурин тут же вернул себе единолично. Феоктистов хороший перехватит. Рушляков зацепился. Против него Хатаженков. Хатаженков вырывает мяч. Легко обыгрывает Тетерина. Пас не очень удачный на Туменко, но мяч-то Туменко получает в любом случае. И хотел сложную передачу на Говорова отдать. Заработал угловой. Тоже неплохо. Лихобабенко. Навес под линию штрафной. Удар Туменко. Волейбольный прием от Дмитрия Яснова. Тут же он мяч забирает и бросает классно Тетерину. Что придумает Иван? Замедлился. Не получилось быструю атаку развернуть. Ну а в позиционном успении не получается. Сегодня у EPC, но вот удар Овсянникова. Как сказал бы Дмитрий Оленичев, не то. 4 минуты до конца этого матча. Вашурин переводит на Говоров. Говоров вот в этой схеме 3-4-0 играет сейчас крайнего полузащитника. Показывает, что с его выходом не обязательно схему трансформировать. Ах, Туменко! Мастер красивых голов. Которого подотобрал этот статус Артем Варакин. Главного мастера красивых голов. Туменко сейчас обводящий верный удар наносил. Не попал. Но было красиво. Яснов, Зайка, длинную передачу на Говорова, но здесь Лобанов, Рыбкин. Рыбкин сегодня мало времени как-то получил игрового. Но сейчас со Овсянниковым играет, а Вахтанг Мепаришвили уже отдыхает. Трушляков с мячом на чужой половине поля, вынужден бежать назад. Вот теперь пробует вперед и бьет, и удар не получается, но здесь мяч доходит до Рыбкина через Тетерина. Рыбкин назад. Овсянников, удар. Рикошет. Подставлена нога Блахтаженкова. Снова Овсянников. Снова удар. И Денис Зайка выставляет руки и переводит мяч через девятку на угловой. Ну, неплохо. Неплохо. Евгений Овсянников, по-моему, ударил больше, чем все остальные футболисты EPC сегодня. Ну и вот сейчас он был ближе всех в своей команде к тому, чтобы забить. Что неудивительно, учитывая, что бьет он чаще всех. Трушляков подает угловой высоко, но это Хатаженков на грудь поднимает, и все. И момент закончен. Сейчас недовольный партнер, потому что Лобанов убил мяч, он был один, но предпочел защитник сыграть попроще. Он-то не видел, что он один. Вашурин хорош. Чуть-чуть не пошел. Я говорю, в игре с Интером бы наверняка Роман Паншев бы полетел. А здесь что? Фол Глеба Волкова. Ну тут
Вашурин сам напоролся на Глеба, не показал, что было нарушение, но Юрий Тихомиров флегматично дал свисточек и штрафной удар для АЦДК. Говоров будет бить. Насчет резать не знаю. Ну, если пойдет в стенку, то может быть и резать будет, кто его знает. Но сам-то он наверняка планирует что-то опасное. А может быть Лихобабенко с левой ноги? Вообще с левой удобнее, чем с правой, но Говоров-то может и справа ударить. Убегает Лихобабенко, получает пас от Говорова, пас в центр, все очень красиво было сделано. А здесь толкает сброда Трушлякова. Последняя минута игры. Глеб Волков, он может сместиться и ударить, это его движение, но сейчас он просто дает Овсянникову, бьет Овсянников, опять Овсянников, и в руки Зайки, опять в руки Зайки. Посматривает Юрий Тихомиров на секундомер. Даст ли он угловой подать на ЦДК? Очевидно, даст. Говоров. Лихобабенко не справа здесь, а с левой ноги. И все. На этом завершена игра. 6-0. По 3 гола в первом и во втором тайме забили футболисты ЦДК. И одержали победу над APC. Будем на этом прощаться. Для вас работал Александр Седов. Развивайте спорт себе и себя в спорте. До свидания.